Апошні прагляд напярэдадні першынства Европы. У Гомелі праходзіць адкрыты республіканскі турнір па боксі сярод юніораў. Спаборніцтвы прысвечаны памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія загінулі ў Афганістане. За ўзнагароды спрачаюцца спартсмены з Беларусі, Украіны і Расіі. Падрабязнасці ў наступным рэпартажы. Сёлетні турнір памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія загінулі ў Афганістане, юбілейны, 20-ты па ліку. Ініцыятарамі правядзення спаборніцтваў 20 годзе таму былі воіны-інтэрнацыяналісты. Националисты из Речицы. Турнир стал традиционным и займает важное место у спаборницким календаре юных боксеров. Важна память о погибших афганцах. И я скажу, во-первых, это формируется, значит, именно резерв для службы в силовых подразделениях, в органах внутренних дел и в вооруженных силах Республики Беларусь. Вот это важно. Формируется здоровая нация. Спортивная складаючая, як и выхаваўчая, так само довольно серьезная. У конце мая у Румынии отбудется першинство Европы по боксе сярод юниоров. Сборная Беларуси, якая отправится на континентальный форум у полном составе, присутничая на гомельском турнире памяти воинов-интернационалистов. За поединками уважливо сочить и тренерский штаб. Этот турнир у нас как этап подготовки, входит в модель подготовки к чемпионату Европы, который пройдет 22 мая по 2 июня в Румынии. Вот. Здесь у нас уже последний турнир, который мы конкретно, есть веса, которые мы еще посмотрим, где были на первенстве республики спорные веса. И здесь их еще просмотрим. И, в принципе, у нас остается один сбор в стайках и участие в первенстве Европы. У лику сборников, до речи, и два представники Гомельской области. Это боксер из Речицы Дмитрий Борисов и жлобинчанин Ягор Симаков. Поединки супроть спортсменов из России и Украины, несумненно, личать тренеры, пойдут на корысть белорусским боксерам и допомогут подрыхтоваться до першинства Европы. И здесь все первые номера сборной республики участвуют. Ну, плюс еще к ним, конечно, добавили здесь у нас и команда из России, с Украины, которые так, ну, в принципе, будет неплохо с ними нашим первым номерам где-то почувствовать, посражаться. За медали на турнире памяти воинов-интернационалистов змагаются больше за 80 боксеров. Поединки проходят в зале боксу областного центра Олимпийского резерва одиноборства. У финалы отбудутся 20 красовика. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».